Число, месяц, год рождения? 80-й, 70-й. Какой? 70-й. Не помню. Что сделал с КамАЗом? Пошли искать металлолом, нашли металлолом вместе. Пошли, наняли машину, поехали, сдали. Не работаете официально? Нигде не работаю. Военнообязанный? Нет. Дома сижу, дрова ломаю. Вот это скажите мне. В официальном браке состоите? Нет. Официально холосты. Дети несовершеннолетние есть? Число, месяц, год рождения. Ой, я не понимаю, я не грамотно, серьезно. Год рождения? Не умею, не знаю, 8-го. Сколько лет тебе? Мне 30 лет, 20 лет сколько там. Что с КамАЗом случилось? Что с КамАЗом? Взяли его, дали на металлолом. С кем? С парнишкой вот, старшой который. Вину признаешь? Вину. Рассказывай, да, раскаиваешься? Раскаиваюсь, раскаиваюсь. Что с тобой сделать? Понять и простить. Простить и понять, и больше не повторится, больше Все. Не буду. Давай.